На самый большой ужас. Проходи, Наташа. Ну, у нас, конечно, все начинают где-то после часа работать. Ага. А Орифлеймс вообще редко просыпается. Мать любит. Да, ее уже сбегали. Не, она подводной охотой занимается. Да? Рыбалка, подводная рыбалка. Ну, без ружья, Классно, классно, конечно. Но с трубкой. И в маске. Просто смотрите? Да, просто смотрю. А мужчины ловят, пытаются. Счастливо. Классно. Я пыталась с ружьем. Волги, ну, что ли? И в Волге, да, и в канале, везде. Ничего себе. Классно. Да. И у вас такой костюм есть, который с утеплителем? Да, конечно, каждый, не просто с утеплителем, а на каждое время года. На летнее время, на зимнее время. Вот классно же быть, да, лидером Орифлейм. Можно с вами? Ну, потому что как костюм стоит, зимний костюм 20 с лишним тысяч стоит. А их должно быть несколько. Значит, и там интересная жизнь под водой. Работать, да? Очень интересно. Особенно, особенно мы куда бы не ездили, вот, например, там в Египет ездили. Угу. Мне очень. Сам Египет не понравился, а вот понравилась очень подводная жизнь. Там жизнь. Такая красота неописуемая. Угу. А лидеров там сколько плавает. И все, да, чего-то ищут. Конечно, обязательно. Но мы, правда, везде со своими ездим. А как вы директором стали? Как я директором расскажите устала. Историю свою. Ой, историю. Вы дома должны были подготовить. Да, конечно, обязательно, обязательно. История уже давно, много раз рассказана на сцене. Ну, я пришла в 2002 году, в ноябре месяце. Вы скажите, меня зовут? Меня зовут Виктория Завадская. Просто в Волгограде многие знают меня. А у нас-то не знают, это же я в интернете. Вот, меня зовут Виктория Завадская. Я с 2002 года, с 7 ноября в компании «Орифлейм». Благодаря своей дочери. У меня у дочери 5 ноября был день рождения. И так получилось, что я купила много-много косметики по ценам каталога. Uh-huh. И когда мы принесли следующий каталог, я увидела, что даже просто в разнице между каталогами я уже переплатила. Uh-huh. Но как по образованию, два высших образования и оба математические, да? Я быстренько, мгновенно сосчитала, что я 100 с лишним рублей потеряла. 100 с лишним рублей потеряла. А потом я сейчас услышала о 23%. И пришла. Спасибо большое, что попала к Киберевой на беседу. Она мне сказала, что здесь не только можно экономить, но и зарабатывать. И вы сразу решили? Да, я сразу же. А вам маркетинг план давали книжку почитать? Нет, не давали. Мне все в кружочках, в палочках нарисовали. Уроки на салфетке. Да, уроки на салфетке. Мне этого было достаточно, потому что с логикой все нормально. И, то есть, а я как сразу быстро к директору шли? На 12% я вышла за 4 месяца, и через 2 года я стала директором. Скажи лучше, как золотым стала? А золотым интереснее стало. Подожди, сейчас, а куда премию потратили первую? Первую премию, у меня, правда, немножко по-другому, я работала на химзаводе. И с завода не уходил, пока не стал директором. Поэтому индивидуальное предпринимательство я не открывала. И, соответственно, получилось так, что я... Все сняли деньги. Это была очень большая сумма, порядка 200 тысяч рублей, я уже не помню. А какой год это был? Это был 2004 год. 2004 год. Да, 2004 год. Хорошая сумма, да. Да, хорошая сумма тогда была. Я добавила еще, продала гараж. И мы с мужем купили на «Авангарде» квартиру, где вот сейчас живем, потому что делаем в своей квартире, делаем ремонт. А потом как золото? Вообще, а как золото у нас интереснее получилось. Золото, потому что объявили акцию, Сергей привез с конференции о том, что можно получить Ford Focus машин. Такое первый раз было. За 4 месяца, за летнее время. Я обрадовалась и схватила за эту идею. Села, где-то, наверное, с полмесяца высчитывала, стоит, не стоит. Потому что если я начинаю, то я никогда не бросаю. Ну, 600 человек надо было. Да, нужно было 600 человек. Да, и по заказам пропустить. Новичков. Во-первых, еще на IT. Шаг один или три шага надо было? Тогда был шаг один и лидер-клуб в течение всего лета. Ага. И, соответственно, я это все просчитала, что это все было реально, что получалось 3 человека просто в день найти надо было за все лето. Ну, я так посчитала, что если работать с утра до ночи, то можно найти элементарно 3 человека. То есть вы просто на холодном рынке? На холодном рынке. Я, конечно, там было и для просто лидеров, и для консультантов были интересные предложения. Конечно, с каждым мы просчитали, кому сколько интересно пригласить, кто сколько потянет людей. И мы как пошли вперед. Мы с дочерью тогда, и вот как раз у меня дочь тогда была на 12%, за лето она вышла на 21%, получили Ford Focus машину. А вторая сделали. Структура? А вторая структура, она уже подтягивалась, и она просто автоматически, глядя на мой темп работы, тоже начинала работать, соответственно, вторая группа. То есть получается,
премию золотого директора, 2000 да. долларов, Ford плюс Ford Focus. Плюс 92 тысячи в чеках, тогда еще ваучер давали за лидер, там тоже какие-то условия были. То есть ты за M-Video, да? А? Да, в M-Video на 92 тысячи. Мы тогда это по летней акции. Да, это все по этой летней акции. У нас получилась прям колоссальнейшая сумма, просто колоссальнейшая сумма. Много-много эмоций. И самое главное, на этом энтузиазме я даже какое-то время, ну, не люблю об этом говорить, я дурака валял потом где-то пару лет. Потому что не я вы так одни, не вы одни. Наработала так базу, что я 2 года просто получала удовольствие. Я 17 стран проехала за эти 2 года на заработанную. Деньги. Купили дочери к 20-летию квартиру в центральном районе в городе Волгограде. Вот практически... У нас вот эти машины в Волгограде получили 2 человека с нашей структуры. И после этого, я говорю, года 2 просто отдыхала. Ну, потому что... А Вика, скажите, вот вы считаете, вы везунчик просто по жизни? Нет, я трудяшка. То есть вы все просчитываете? Я всегда все просчитываю и делаю. И всех своих девчонок учу, говорю, девчонки, поверьте, я просчитала, это 100% выигрыш, если сделаете вот это движение ногой, вот это движение рукой, и у вас получится результат. Так, есть... когда будем считать старшего золотого? А у нас есть. Уже есть? Да. Так. У меня потом старший золотой вообще был просто прекрасный. Девочка пришла на подарок, у нее недавно день рождения было, пришла на подарок, я подарила дезодорант. Почему я сказала, что я до сих пор тогда работаю? Тогда стесняюсь спросить, следующее какое задание? Наверное, сапфир или бриллиант. А, ну все, это понятно, а то я думаю, сейчас опять в просак попаду. Хорошо. Мы, Вика, вам желаем, чтобы вы быстрее осапфирились. Да, хорошо. Или чтобы у вас побыстрее бриллиант появился. Я думаю, машинку тоже, наверное, сделаете, да? По акции Volvo тоже, наверное, решитесь. Конечно, конечно. Если же Чернявский ездит, и я хочу на такой машине. Понятно. Тому времени нужно будет поменять машинку. Ну, в общем, тогда мы вам желаем. Вот от сегодняшнего дня начинается отсчет. Потом мне ВКонтакте напишите. Да, я как научилась вот это все писать. Помните, вы сказали, поднимите руки, кто есть ВКонтакте. Да. А, подняли все, а кого нет, подняла я. Потому что вот это для меня самая больная тема. Я с компьютером на вы, еще вот так с пришарпиванием, с большим поклоном. Ага. То есть для меня это все настолько вот, в основном вот стараюсь везде, вот Сергей не даст соврать, где только о компьютере что-то говорится, я обязательно всех своих веду, потому что вот вчера вот было 15 человек моих на этом занятии. И сама иду, слушаю. Ну вот как-то вот жетон не проваливается, зараза. Так хочется, чтобы он провалился. Ну, Вика у нас очень упертый и целеустремленный человек. Мы верим, что это будет... Да, я думаю, что все будет нормально. Первая бриллиантовая ветка в нашей структуре точно. Так что все у вас еще впереди. Саша, мы познакомились сейчас с Викторией. Виктория, да? Победа, победа. Ага. Поэтому мы сейчас фотографируемся. А всем остальным, кто сидит и нас смотрит, мы вам тоже желаем присоединиться в Oriflame для того, чтобы вот так вот просчитать все. Да, между делом, да. 200 тысяч, потом машинку, Ford Focus. Потом 17 потом стран, да? 17 стран и так далее. Да, это прекрасно на самом деле, но пахать здесь надо, это первое. Ну, это как на любой работе, да, как на любой работе. Единственное, что там ничего в будущем не будет, а здесь вы можете отдать детям своим по наследству, это большое дело. Вот. А некоторые легко получаются, знаете, вот как вот, я знаю, что некоторые люди достигают успехов очень легко.